Кишиневе прошла очередная антиправительственная манифестация. Тысячи людей вышли на улицы столицы с требованиями отставки президента Майи Санду, а также призывали правительство покрыть выросшие счета за электроэнергию и перестать, цитата, «втягивать Молдавию в войну». Протестная акция была организована недавно созданным движением «За народ», которое поддерживает члены дружественной России молдавской партии ШОР. Власти назвали акцию протеста попыткой дестабилизации ситуации в стране.